Торговая стратегия для бинарных опционов Scalp Vault демонстрирует классический подход к трейдингу – открытие позиций по направлению доминирующего тренда после отката. Эту систему одинаково успешно могут применять как трейдеры рынка Forex, так и бинарных опционов. Скачать стратегию Scalp Vault в ознакомительных целях и наш шаблон с настройками можно с нашего сайта по ссылкам в описании к этому видео. Scalp Vault очень проста в использовании и генерирует большое количество точных сигналов на покупку бинарных опционов Call и Put на таймфреймах от M5 и выше. Она состоит из нескольких индикаторов – скользящей средней, стрелочного индикатора и пивот уровней. Разработчики стратегии советуют использовать период M5 в качестве отправной точки подбора оптимального периода для торговли конкретным финансовым инструментом. Мы предпочитаем торговать на M15 на валютной паре евро-австралийский доллар, обладающей стабильно высокой волатильностью с экспирацией 2-3 свечи. Выбрать правильную валютную пару для торговли бинарными опционами вам поможет статья на нашем сайте, которая так и называется «На каких валютных парах лучше всего торговать бинарными опционами». Ссылку на статью ищите в описании. Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Scalp Vault. В основе стратегии лежит определение доминирующей тенденции на рынке с помощью классического подхода – усреднение цены за определенный период. Для этого в стратегию включен индикатор скользящей средней, меняющий свой цвет в зависимости от направления тренда. Медвежий тренд – линия окрашивается в оранжевый цвет, бычий тренд – в синий. Scalp Vault имеет небольшой список переменных для настройки. Chart Detect – точность котировок брокера. Bars on Chart – глубина истории отрисовки стрелочного индикатора и скользящей средней. Lines Style – тип линий для установки тейк-профита. Lines Width – ширина линий тейк-профита. Далее идут блоки настроек цвета стрелочного индикатора, включение или выключение скользящей средней и блоки алертов, оповещений. Правила торговли бинарными опционами по стратегии Scalp Vault. Итак, с направлением торговли определились. Оранжевая скользящая средняя – покупаем только опционы Put. Синяя скользящая средняя – покупаем только опционы Call. Сама по себе стратегия Scalp Vault дает довольно точные сигналы на открытие позиций, но с целью повышения эффективности торговой системы мы советуем фильтровать сигналы по силе в направлении тренда с помощью гистограммы MACD, встроенной в MT4 по умолчанию. Конкретное значение параметров индикатора MACD следует подбирать под конкретный финансовый инструмент и его таймфрейм. Обратите внимание на графики. Индикатор MACD неплохо справляется со своей миссией по фильтрации ложных сигналов в направлении тренда, ввиду того, что он может не только оценивать направление доминирующей тенденции на рынке, но и оценивать ее силу. И для покупки опциона Call необходимо, чтобы на графике трендовый индикатор, скользящая средняя, был синего цвета. Появилась стрелка синего цвета. Индикатор MACD выше нулевых значений и сигнальной линии. Условия покупки бинарного опциона Put. Трендовый индикатор, скользящая средняя, оранжевого цвета. Появилась стрелка оранжевого цвета. Индикатор MACD ниже нулевых значений и сигнальной линии. Советы по использованию стратегии Scalp Vault. Покупать бинарные опционы Call и Put, используя сигналы этой стратегии, лучше всего по волатильным валютным парам сразу после открытия основных международных центров в Токио, Лондоне и Нью-Йорке. Это самый благоприятный период торговли для спекулянтов, и именно в это время на рынок приходят крупные финансовые игроки, способные своими торговыми объемами оказать существенное влияние на котировки финансовых инструментов. Заключение. Стратегия для бинарных опционов Scalp Vault однозначно заслуживает вашего внимания. Комбинация удачно подобранных индикаторов определения тренда в сочетании с высокоэффективным фильтром индикатором MACD делает эту стратегию очень привлекательной.
Обязательно проводите тестирование всех индикаторов этой стратегии на демо-счете. И не забывайте правильно управлять капиталом, соблюдая правила мани-менеджмента и риск-менеджмента. И, конечно же, выбирайте только проверенных брокеров для торговли, найти которых можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Ссылки на указанные ресурсы ищите в описании. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые, интересные и полезные видео из сферы торговли бинарными опционами. Спасибо вам за внимание, успешной торговли!